Всем-всем привет! Вы на канале Мила и Милые Увлечения. И сегодня у нас с вами пройдет распаковочка вот такого замечательного наборчика японской компании Эпош Селиванин Фэмилис. Я не знаю, как он называется, но это вот такой вот крутецкий домик с петушком на крыше, за счет которого может работать наш лифт, который умеет подниматься вверх и спускаться вниз. А также в наборе у нас идет персидская кошечка в связи с тем, что является подарочным, и стол со стульями. Но, правда, стол со стульями у меня такие уже есть. Что же тут? Вау! Столько всего нужно, чтобы получилась вот такая вот картина. У меня уже есть такой вот домик. Такого вот у меня нет, и я не хочу его. Вот такой вот домик. И вот такой вот домик у меня еще не распакованный. Ожидайте распаковочку. Так, опять-таки показано, как лифт может подниматься и опускаться. Вау, вы только посмотрите, это же варианты обстановки домика, мебели. Ой, какие милые тройняшки, все так миленько. Все, что входит в наш наборчик. И да, давайте его уже начнем открывать. Я не помню, я разрезала сколько или нет. А, да, разрезала. Так, вот так поставлю. Пом-пом-пом. И что же у нас тут? О, книга на японском. Не впечатляет. Мне это зачем? Что тут еще? Чего только стоит одна половица этого домика? Тут все расписное. Вы только поглядите на это. Сюда можно вставлять люстру. И посмотрите, тут будто коврик при входе. Супер! Так, что же тут еще? Ой, я его уже вижу. О, подкатило кое-что. Наша с вами любимая часть, ребята. О. Нет, не вот это. Ну, это, конечно, тоже классно, но... Это Mystery Box! Да-да-да, вы не ослышались? Это Mystery Box, Mystery Box, Mystery Box. Там такая вот беленькая, и мне уже не терпится узнать, что это. Деталь крыши. Это так мило почему-то выглядит. И кошечка, да? Ой, блин, что это вот? Персидская. Все, по-моему, больше ничего нет. В этом картоне. Вы только посмотрите, у меня даже вот лапки, видите, они такие вот маленькие. Ну, в смысле, ворсинг. Вот, прям на ворсинг. Вообще круто. Так, ну, картон, конечно, куда же без него? Еще больше картона. Ничего. И снова пустой картон. И... Кажется, это только он остался. О, боже. О, боже. Вы только поглядите на это чудо. Какой он классный. Вау, вообще здорово. Посмотрите. Он весь вот такой вот какой-то проработанный, да? Выработка на стенах у него имеется. Так, что тут у нас дверь? Вся дверь расписная с почтовым отделением. Такие вот окна. Вообще супер. Ребята, а я уже в домике. Как он выглядит внутри? А, вот таким вот образом. Тут такие вот полы. А, и вот есть кнопочки. Ну что ж, я предлагаю сейчас открыть Mystery Box. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, домик здесь. С какой стороны она? Тут скотч, мне нет нужен. Вот это я её рвём. Что такое? С нашей Mystery Box. Оп. Вау, это же заборчики и петушок, который должен вставляться куда-то вот сюда, чтобы наш лифт смог заработать. Так, что еще? Класс, это же стол со стульями. Давайте его сейчас сюда откроем. У меня такой, правда, уже есть от Hillcrest Home Gift Set. И да, тут все узорчатое тоже. Вот такие вот два стульчика. Мне это по вкусу. Ну, я практически разобралась в этой вот схемке и предлагаю вам сейчас вместе со мной повеселиться с помощью лифта. Так, ой, и все падает.
Так, а куда это вставлять? Вот уже не знаю. Сейчас будем разбираться. Интересненько. Вот сюда, наверное, да? Вот так вот. Получается. Я все поставила стол со стульчиками за кадром. И сюда, да, балкончик. В принципе, его можно и вот сюда ставить. Сейчас попробуем. Ну, это как-то, как минимум, странно. Что ли? Сейчас. Опа. Ставлю его. Какой он красивый. Итак, у нас есть такая деталь и вот такая вот деталь. А, кабина лифта. А, нет, кабина лифта у нас в домике. Нам сначала нужно все освободить от картона. Я поняла. Ну что ж, поехали. Так, это мы оставляем вот сюда. Как я понимаю. Так, что еще? А, второе, так, крыша. Вроде как. Главное, ничего не путать. Что не так? А, все. Посмотрите. Это же просто прекрасно. И сюда вставляем петушка, да? Нет? Петушок. Нет, это уже не смешно, реально. Ладно, короче, давайте за кадром, а? Я вставила. Моменты истины будут чуть позже. Сначала высвободим нашу кошечку, чтобы было как для примера. И теперь поехали. Но сперва нужно вставить половицу. Да, кстати говоря, половица – это, наверное, мое любимое слово в русском языке. Итак, давайте приступим к пробованию. Ла-л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 а. Вот здесь у нас петушок. Поехала. Не-а, не сюда. Окей. Поехали. Ой, наконец-то! Это то, что мне было нужно. А, что такое, качество съемки плохое? Давайте попробуем на второй этаж спуститься на этот раз. Да. О. Нет. Да, все. Фух, еле выжила. А если тебе понравилось такое видео, то поставь лайк. И не забудь подписаться на канал Мила. И милые увлечения. И всем пока. Пока-пока.